разблокированный оригинальный USB модем и 3372S 153. 150 мегабит в секунду 4G LTE. Huawei i3372 4G LTE модем USB модель от международного производителя устройств для выхода в сеть. Аппарат не привязан к оператору сотовой связи, что позволяет использовать сим-карту любого оператора сотовой связи. Используется для мобильного широкополосного доступа в интернет. Модем легко прошивается модифицированной прошивкой. Ссылка на прошивку находится внизу. Также внизу вы найдете ссылку на видео, как прошить модем. Huawei i3372S предназначен для работы в интернете с современными протоколами передачи данных в сетях 2G, 3G, 4G. Диапазон рабочих частот от 850 МГц до 2600 МГц способен обеспечить работу со стандартами беспроводной высокоскоростной передачи данных в 100% европейских стран, включая 65% стран Азии, Южной Америки. При хорошем качестве сигнала от оператора гарантирована скорость приема контента до 150 Мбит в сек. Скорость передачи достигает 55 Мбит в сек. Традиционным для линейки девайсов от Huawei является наличие встроенного в корпус USB слота для установки карты памяти типа microSD. Приобрести разблокированный модем Huawei e3372 можно по ссылке под видео. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новинки, ставьте лайки и удачных вам покупок!